Адольф Гитлер, ТП на Эмме. Боже, блять, обзор на шкаф. Чего, сука? Всем пока, и по многочисленным просьбам я сниму видео про шкаф. Не знаю почему, но шкаф мне напоминает Адольф Стингеля. Он такой же коричневый. Перед тем, как узнать о шкафе, надо его сначала разобрать. А разбирать мы будем флаг СССР. Так, ребята, вот такой вот флаг СССР, красненький. Красок мне, правда, не хватило. И сейчас по удару по столу я его разберу. Вот, сейчас. Мне надо сосредоточиться. Вот, я надеюсь, хороший был переход. Фотошоп! Вот, вот я его разобрал на две части. Что ж, перейдем к видео про шкаф. Шкафы бывают разные. Как карты Тинькофф Блэк? Закажи карту сейчас по ссылке в описании и получи приятный бонус. Их множество видов. Они водятся в дикой природе, в Африке. Но потом, к сожалению, попадают в зоопарк, ко мне домой. Там у них благополучный образ жизни. Естественно, они едят. Сейчас вы увидите демонстрацию... А сейчас видео рядом. Зачем ты поставил сюда... Осуждаю, блядь! Видео, как шкаф ест. К сожалению, это все, что у меня было дома из еды. И вот, шкаф ест, как бы. Мы это наблюдаем на данном видео. После приема пищи шкаф спит, как камень. Также шкафы очень агрессивны в дикой природе. Но это не самое главное. Ведь самое интересное, это то, что находится внутри шкафа. Фейковый минет. Долбоёб. Какой же ты долбоёб, сука. Конченый, просто конченый. Не кашляй, вышел клип?